Студенты БГТУ имени Шухова вошли в состав сводного международного строительного отряда и отправились в Белоруссию возводить атомную электростанцию. Набор для работы на объекте проходил на конкурсной основе. Представлять Россию на международной студенческой стройке будут всего 3 стройотряда. Один из них – белгородский технолог. Проводы бойцов ударной стройки в репортаже Екатерины Ковалевой. Студенческий строительный отряд БГТУ имени Шухова уже работал на олимпийских объектах. Сегодня его бойцы продолжают трудовую историю и впервые выходят на международный уровень. Атомная электростанция – сооружение стратегически важное. А потому и кандидаты на участие в проекте прошли строгий конкурсный отбор. Конкурс проходил заочно, то есть мы готовили заявки, портфолио, собирали отзывы работодателей, у которых работал этот отряд. В первую очередь нужна была хорошая репутация наших отрядов и, конечно же, качественная профессиональная подготовка. Качественной подготовкой студенты были обеспечены. В технологии они получили дополнительное образование – арматурщики 3-го разряда. Да и практика у многих есть за спиной. Стройки ЖБК, участие и победы в региональных конкурсах. Еще 3 года назад Олег был рядовым бойцом отряда. Сейчас его отличает нашивка на груди со звездой. Он – командир. Работа в команде помогла зарекомендовать себя как хорошего руководителя. Своим трудовым коллективом очень гордится. Основная цель – это зарекомендовать наш отряд и саму Белгородскую область как очень ответственных и очень хорошо знающих свое дело ребят. У нас отличная репутация и характеристики наших бойцов очень хорошие. Теперь студенты БГТУ вошли и в состав сводного международного отряда. В нем будут трудиться ребята из Белоруссии и 3 городов России – Белгорода, Москвы и Обнинска. Но международная студенческая стройка – это не только производственная работа, но и спортивные соревнования между отрядами и различные досуговые мероприятия. Стройотряд «Технолог» состоит из 15 студентов. В нем 14 парней и 1 девушка. Она – комиссар. Это очень ответственно. Комиссар, он отвечает за всю культурно-воспитательную работу в отряде, за всю идейную работу. То есть я должна воодушевить ребят, все конкурсы, это все на мне. Я учусь в технологии на проектировщика зданий, и на строительстве я тоже буду чертить по этой специальности. Конечно, хочется не подвести, во-первых, технолог, во-вторых, нашу область. Потому что всего 3 отряда из России едут туда. А хочется, ну, во-первых, попробовать себя в новой роли. А еще получить новый опыт, запись в трудовую книжку, завести новые знакомства. У каждого стройотрядовца своя цель. Завершится командировка студентов в Республику Беларусь 21 августа. Удачи, ребят! Успехов! Екатерина Ковалева, Дмитрий Коваленко. Новости Мира Белогорья.